А вот вам, пожалуйста, Америка 1900-х годов. Это еще раньше, чем... Я видео сделал для русских. И там крестьяне были 1930-й год. А это вот именно 1900-е годы. On the frontier in Texas, Utah, Wyoming, and Montana, life was even more difficult. Смотрите, платья стоят, в шляпах. Домики такие неплохие, да? Шляпа, видите, белая рубашка. In the logging camps of the Pacific Northwest, the rivers were the highways to civilization. Шляпы. Видите, все пуговицы. Видите? И самое выражение лица, видите, это свободные люди. У них нет зашуганности в глазах. Видите, все в шляпах, в штанах, обутые. In 1900, Buffalo Bill was still traveling the country with Annie Oakley and Sitting Bull. All legends. Вот смотрите, все в шляпах идут, видите? Крутые шляпы, да? Perhaps nothing did more to bring the 20th century to the farm and frontier than the wish books, the mail order catalogs of Sears Roebuck and Montgomery Ward. In 1901, the Sears catalog. Россияне, вот смотрите. Это 1901, это 1901 год. Видите, вот, вот такого унитаза у нас не было в Воронеже, в городе Миллионник в 1980-х годах. Вот я училась в 80-х годах, у нас не было такого унитаза. Мы ходили в туалет без кабинок, у нас не было кабинок, и у нас не было, у нас была веревка, мы за нее дергали, но унитаза не было, была просто дырка. Она в 80-х была дырка. В 90-х была дырка. Я не знаю, продуктичные, но вот весь 20 век я какала в дырку. Вот это, видите, унитаз раз, унитаз два, унитаз три. У нас таких не было. Видите, ванны. У меня дедушка дошел до Берлина, а потом 2 года застрял в Австрию, потому что он не хотел возвращаться в Россию. Там были, он потом рассказывал со слезами на глазах, ему пришлось вернуться, какие там были ванны, какие там были сервизы, какие там были умывальники, души. Это были 40-е годы, и он был в полном. Так что... Ну вот, пожалуйста, обувь. Поняли, да, россияне?